Меня зовут Миримирин Леонид, я помощник прокурора Сергиевского района. Сегодня мы поговорим о профилактике безнадзорности правонарушений в несовершеннолетних образовательных учреждениях. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетним, осуществляемых в совокупности в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных организациях осуществляется на основании Закона Российской Федерации об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений номер 120 ФЗ. В соответствии с федеральным законом образовательная организация выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам в школе, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования, выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. В целях предупреждения безнадзорности правонарушений обучающихся в образовательной организации ведется внутришкольный учет школьников и семей, находящихся в социально опасном положении, попавших в трудную жизненную ситуацию. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является основанием для организации индивидуальной профилактической работы. Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на педагогических советах, совещаниях, заседаниях, родительских собраниях. Педагог-психолог, классный руководитель и администрация школы осуществляют индивидуальную работу с детьми, родителями, посещающими социально неблагополучные семьи и семьи группы риск, организуют встречи обучающихся сотрудников правоохранительных органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, стоящими на учете, комиссии по делам несовершеннолетних, подразделений по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете. К основным направлениям профилактической работы с школьниками можно отнести такие, как предупредительно-профилактическую деятельность, в нее входит реализация системы воспитательной работы школы, проведение мероприятий совместно с подразделением по делам несовершеннолетних ОВД, тематические классные часы, профориентационные работы, проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, наркотических средств, также пропаганда ЗОЖ. Также можно отнести организацию досуговой деятельности обучающихся группы риска. Это вовлечение обучающихся группы риска в кружки и спортивные секции, охват организационным отдыхом подростков группы риска во время каникул. Также еще одним основным направлением можно выделить индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением. Работа в этом направлении предполагает выявление причин отклонений поведения, беседы социального педагога, школьного психолога, классного руководителя с подростком, приглашение подростка и его родителей, законных представителей на заседание школьного совета по профилактике правонарушений, беседы инспектора ПДН, вовлечение в творческую жизнь класса, школы, кружки, секции, направление ходатайств КДН, проведение психологом тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. В чем же состоит отличие понятий безнадзорный, беспризорный и ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации? Безнадзорный – это несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению или содержанию со стороны родителей или законных представителей, либо должностных лиц. Беспризорный – это безнадзорный, не имеющий места жительства и не имеющий места пребывания. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, имеющие недостатки с психическим или физическим развитием, дети жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети жертв насилия, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.